Новоселье – событие для каждого человека, безусловно, радостное. Тем более, что нынешние обладатели квартир с нетерпением его ждали. Свой уголок появился у 7 счастливых жителей Фурмановского района. Это стало возможным благодаря участию муниципалитета в федеральном проекте по переселению из ветхого жилья. Теперь фурмановцы смогут переехать в новые, уютные и теплые квартиры. Следует сказать, что еще в 2012 году дом номер 12 на улице Социалистическая признали аварийным. Ну, мы жили вообще с 94 года, мне дали комнату в общежитии. Там было нас, конечно, очень много семей, 17 семей на кухне. Удобства сами знаете, как 17 семей. Вот, и жили мы там вот до 15 лет, ждали мы вот этого счастья, вот эту квартиру. Сейчас нам очень повезло, администрация сделала хорошую работу. Мне сейчас дали комнату на одного человека 42 квадратных метра, две комнаты. Комнаты очень хорошие, сделан ремонт косметический, красивый. Удобство теперь здесь, ванна и... На кухне я теперь одна, сама себе хозяйка. Поэтому мы очень рады, очень довольны этим, то, что нам вот администрация столько провела работы и нам дали такие комнаты. Ключи от новых квартир торжественно вручил глава района Павел Николаевич Колесников. А после вместе с жителями осмотрел новые квартиры и убедился, что в них есть все необходимое для комфортного проживания. Моя кухня будет. Вот, пожалуйста, кухня. С кухни идет уже лоджия очень хорошая. Фартук да, даже фартук сделаем. Вот, пожалуйста, с кухни лоджия. Лоджия еще даже застеклена. Угу. Павел Николаевич, посмотрите, какая прелесть. У меня даже лоджия застеклена. Ну, ковер даже лежит. Даже коверчик лежит. Видите, все очень хорошо. Все, я люблю, когда с балкона не надо через комнату идти, постирала и на балкончик. И кухня тоже да, большая. Да, большая. Нет, большая кухня. Работу в данном направлении обязательно продолжат. И в ближайшее время ключи от новых квартир получат еще 19 жителей нашего района. Обеспечение безопасных условий проживания граждан – одна из приоритетных задач администрации Фурмановского района. Виктория Семенова, Антон Озеров, Михаил Чубаров, телеканал Фурманов ТВ.